Обещанного 4 года ждут. Дольщики жилого комплекса ШГС с 2012 года не могут получить свои квартиры. Это при том, что большинство из них заплатили за свои квадратные метры полностью. Почему же затянулось строительство, выясняли наши корреспонденты. Это вообще ужас! Квартиру снимаю уже сколько лет! Вам еще не знаю, что снимать! Вот так дольщики уже 4-й год пытаются объяснить директору строительной компании свое тяжелое положение. Эти люди еще в 2012-м должны были стать счастливыми обладателями долгожданных квартир в жилом комплексе ШГС. Но, судя по ответам директора, пока новоселье, и можно только мечтать. Как бы мы ни хотели, мы ограничены бюджетом поступлений с депозитно-накопительных счетов. Не все так хорошо, если бы у нас было 100% финансирования. Значит, конечно, я бы в полном объеме принимал все ваши претензии. Как оказалось, сдать дом в срок не получилось сразу по нескольким причинам. Сначала долго не могли провести инженерные коммуникации, а позже начались проблемы с финансированием. По словам директора, чтобы строительный процесс шел полным ходом, не хватает 130 миллионов тенге. Значит, где-то 70% покупателей квартир, значит, мы, значит, оформили договора реализации квартир не со 100% оплатой, а по механизму депозитно-накопительной системы, а в период строительства объект должен был кредитоваться за счет кредитных линий банка второго уровня и государственного фондирования. К сожалению, эта система не сработала, значит, а людей набрали. И поэтому, значит, образовался дефицит финансирования. Но, несмотря на это, Дольщиков заверяет, что ситуация под контролем. Ключи от квартиры обязательно получат. Вот только надо еще чуть-чуть подождать. Я лично жду 4 года этот жилой комплекс. Мой дом не готов, отопление не подведено, канализация не подведена, ничего не сделано. Он обещает, что сдаст нам в октябре, но так как в октябре мы видим, что работы нет, стройка стоит, людей нет. И я думаю, что он не сдаст. Не знаем, нам господин Котляров не дал полного ответа. Он все время рассказывал нам свои проблемы. Мы уже 4 года снимаем квартиру. Надеемся, что власти обратят на наше сегодняшнее обращение и как бы предпримут какие-то меры. И с этой надеждой жителям остается лишь любоваться на свои потенциальные квартиры за забором. Марина Шповалова, Наурыз Базаров, 24 КЗ, Астана.